Всем привет! Всем привет! У нас сегодня очень много коробок из Америки. Целых 3 посылки здесь. Да, я хочу вот эту открыть поскорее. Да, это пришла сегодня, мы ее ждали и... Из-за этого не снимали. Да, из-за этого не снимали. Открыли это, и это, и это. И это, и это, и это, и это. Да. Это что такое вообще? Это ручка какая-то от пистолета? Это я заказывала на Амазоне. Да, Женя хотела прикрутить сюда камеру и ходить вот так. Ну да, то я специальную ручку заказала на Амазоне, чтобы снимать себя на видео, когда снимаешь. Давай. Мне надоело вот так держать, я постоянно пальцем закрываю микрофон. Короче, это шлак. Это не шлак. Ладно, это что такое? Селфи ринг лэмп. Это что такое? Лампа для селфи на телефон, крепится тоже на Амазоне заказывала. А, это как в Москве дарили такие, да? Да, только белого цвета. Вот. А как она работает? Ну, на телефон ты ее. Мы еще заказали вот такую клевую штучку, это телесин. Она фотографирует под водой и на суше делает фотографии очень интересные. Может быть, вы видели в Инстаграме такие фотки, очень популярные. Эта модель подходит только для 3-й и 4-й GoPro. Мы еще заказали вот такие брелочки на ключи. Мы купили, короче, их 5 штук, еще 5 штук нам подарили от жадности. Была акция. Да. Рекламу видели везде, сейчас даже в Инстаграме рекламируют и в Фейсбуке. Заказали себе, она, оказывается, в наших странах не работает. Не знаю, для кого эту рекламу делают. Где это как? То, что если будет у всех, у вас, у ваших друзей, эта программа установлена на телефоне, если у вас, у них будут брелочки такие, если все вокруг будут им пользоваться, то да, в принципе, теоретически возможно. Но это нужно всему миру либо раздать, либо продать бесплатно. Поэтому она у нас пока лежит до лучших времен. Я даже не знаю, что в этой посылке более отстойней. Это мое. Вот этот полупистолет или вот эта связка. В общем, ребята, мы все время заказываем через сайт Бандеролька. У нас есть постоянный адрес США, на который я отправляю товар со склада, с любого. То есть это посредники, да? Это посредники, которые доставляют посылку в вашу страну. Нет, у них на самом деле огромная компания, они существуют и в Германии, есть, можно из Германии заказывать, из Европы. Есть из Японии, да, появилось у них, вы можете с Японии заказать. В общем, они выдают вам адрес, и вы этот адрес везде указываете в магазинах. То есть, когда вы заказываете что-то, они еще могут вместо вас оплатить, если у вас нет карточки, или вашу карту не принимают, чаще всего такое случается, они могут вместо вас выкупить любой товар. Помощь в покупке? Да, помогают при покупке. Магнитики еще на холодильнике. Магнитики? Да. Вы можете копить много покупок с разных магазинов, и потом, когда уже все доставят, объединить в одну посылку, и вам доставят домой. Это очень удобно, вы можете с другом, например, скинуться и за доставку как бы вдвоем расплатиться, и вам все придет вот в такой большой, огромный посылке. А сколько доставка стоит? Ну, доставка там есть разная. Вы можете выбрать экспресс подороже, там более долгий вариант, то есть подольше. Еще здесь мы вам покажем в конце видео. А, я хочу сейчас! Да. А сейчас мы будем рассказывать про это. Наверное, все увидели, мы успели это распечатать. Это дрон. Да, да. Это супер вещь, это просто нереально. Это самый маленький дрон вообще в мире, наверное. Самый крутой дрон. То есть он записывает в 4К. Он вот так раскладывается, вот, то есть он размером вот как моя рука сейчас, в таком состоянии, то есть он может взлететь. Ну вы видели, как он снимает? Батарейки недостаточно, сразу скажу, одной, потому что ее хватает где-то максимум на 20 минут. Желательно сразу заказывать либо комбо. Дрон вообще очень умный, он может следить за объектами, за движущимися какими-то целями. Он может возвращаться, он знает, откуда взлетел, он может туда вернуться. Он может улетать вообще очень далеко, очень высоко, там на 8 километров. Он может улететь, и я ему скажу, давай домой, он вернется домой. У нас этот дрон стоит очень дорого, поэтому мы заказали его через посредников в Штатах. Нам это гораздо дешевле, да, обошлось. На мой взгляд, на сегодняшний день самый лучший дрон. К нему идет вот такой пульт. Он очень компактный, то есть вот эти антенки вот так разворачиваются, и сюда вы вставляете телефон. Можете любой телефон подставить. Здесь самое главное купить дополнительные батарейки и пропеллеры. Да. Включается он очень легко, очень хорошая фокусировка, и 4К даже он снимает. Стабилизатор еще не трясется, ничего. То есть обработка видео очень классная. Он очень легкий, его можно везде с собой вообще таскать. Да, в рюкзак закинуть. Без проблем, можно даже в карман засунуть. Но есть страны, в которые не пускают с дроном. Ну да, это надо изучать. Вы должны проверить вначале, перед тем, как ехать в какую-то страну, проверить, пустят ли вас. Это Lenovo IdeaPad Y700. Он очень мощный, он для тех, кто играет в игры, да, наверное, больше подходит. Да.
Да, здесь тоже классно. И он тяжелый. Мне не нравится, что тяжелый. Да, Жене не нравится. Я себе хотела легкий, мне тоненький. Нравится. А Вове нравится, что он громила. Да. Его с собой не навозишься особо. Не навозишь. 3 килограмма он, по-моему. Я не знаю, сколько он весит. Мне нравится то, что он, у него большая диагональ экрана. И очень классно смотреть на нем фильмы. Ну да, фильмы и колонки здесь крутые. Да, здесь колонки, вот JBL-система звуковая. Но он красивый, да. Хороший звук. И экран большой. То есть сколько дюймов? 17 дюймов. 17. Этот компьютер предназначен для людей, которые либо играют в игры, либо редактируют видео, как мы с Женей. Корпус у него алюминиевый, как на макбуках. Здесь даже сабвуфер есть. Компьютеров Apple, если я не ошибаюсь, нету ноутбуков с диагональю 17 дюймов. И то есть, если кто-то хочет купить такой компьютер, и уже Apple, уже Sony подходит автоматически. Такой же компьютер Apple, допустим, с диагональю 15 дюймов, который меньше будет, он будет стоить где-то в 2-3 раза дороже, чем этот компьютер. Хотя характеристики, в принципе, здесь точно такие же. Мощный процессор, много видеопамяти, много оперативной памяти, и поэтому... Lenovo очень классный бренд, у нас уже... Третий вот компьютер от Lenovo. Четвертый, да? Ну, да, у меня же еще стационарный есть. Ну вот, и мы даже ни капельки не жалеем. Mac, да, это круто, модно, но Lenovo этот гораздо дешевле и такое же качество ничем не хуже, даже круче, мне кажется. Точно такой же компьютер у нас стоит где-то в 1,5-2 раза дороже. Да. И из-за того, что прямой доставки нету, и Женя вот как-то заказывает... И да, но есть ограничение до 1000 евро, чтобы была сумма общая. Потому что если больше, вам придется растамаживать. Может, несколько. До 1,5, по-моему, тысяч. Может, несколько. Мы разбили на несколько посылок. Упаковка отличная у них, как бы, да. Бандерольки. Поэтому мы смело заказываем вот компьютер, и там у нас еще кое-что есть. В третьей коробке. Давай, да, открывай ее. Ой, хантеры. Я заказала себе супер модные хантеры, которые я очень давно хотела. А это мне? Нет, это Элли. Элла дала. Мне подружка заплатила. Вот, Слада. В каждой коробке, да, есть вот такие конфеты. По колхозу ходить, резиновые сапоги. Сапоги резиновые, супер модные. Это английский бренд. Я давно их хотела. У меня вот красные, но матовые. Это как резиновые сапоги всегда. Хантеры? Как галоши. Их даже можно зимой носить под теплый шерстяной носок. В них ходят все голливудские звезды, вы можете даже погуглить. И стоят они, в принципе, не очень дорого. А Элки я заказала, но вернее она себе выбрала, черного цвета. Вот, у Эллы черного цвета, тоже матовые. Это 5-я GoPro. Мы заказали вот такую камеру, Женя мне подарила. Женя, заметили в последнее время, вот что-то дарит Вове много? Да, молодец. Правильно делаешь? Это самая новая, самая последняя GoPro. Но самое интересное то, что у нее нету защитного чехла. Да, здесь не нужно. Непроницаемая. И небольшая есть здесь защита от того, что она там может упасть. Там или еще смотри, что-то. Смотри, да? Она еще прям резиновая? Да. Прикольно. Ну, под воду можете бросить без чехла. Да, но на определенную, вот, на 10 метров только она водонепроницаемая. Но, в принципе, этого достаточно. Ну, вот это вообще просто... Да, бомба. Вот эта штука, это Karma Grip. Это стабилизатор для GoPro. Он гениальное вышел, изобретение. Его долго не было в продаже. Мы вставляем сюда камеру, и она будет стабилизировать. Можно вот так ходить снимать. Вы как хотите, можно можете вот так крутиться. Ходить снимать. И здесь внутри есть элементы питания. То есть он будет питать моторчики вот эти. Блин, ну она такая нормальная, не слишком легкая. Не слишком легкая. Да. Ну, он где-то грамм 300-400 весит, эта штучка. Вы можете ехать на джипе где-нибудь, я не знаю, по камням, по горам, и не будет трястись съемка ваша. Камера будет стоять на месте, она будет супер стабилизирована, и шикарная съемка, плавная, как в фильмах получается. Все, она запищала. Да, все, она откалибрована, то есть как бы я ни поворачивал резко, то есть она остается на месте, эта камера, и этим самым качество картинки получается... Очень плавно. Всем привет-привет! Снимаю свой Outfit of the Day. То есть можно болтать хоть как. Она Outfit будет... of the Day. Самое главное преимущество этого стабилизатора, то что это разные вещи. Стабилизатор отдельно, камера отдельно. То есть если вы хотите, вы в любой момент можете все отключить.
снять камеру, взять ее просто с собой отдельно, как-то отнести. То есть стабилизатор будет отдельно. В общем, ребята, если вы хотите что-то с Америки заказать и боитесь, то не бойтесь. Вот вам пример наглядный, то что это все возможно, и бандеролька вам поможет, вам да, в этом. Ну, круто. Просто другие службы мы уже как бы давно не пользуемся, ни чьими услугами, только услугами бандеров. А в смысле, кто-то еще есть, кроме них? Ну, много, да, разных. Но я думал, только они одни. Нет. Единственные монополия. Классная штучка. Если вам понравилось такое обзорное видео, то ставьте лайки, мы будем такие видео почаще снимать, потому что у нас постоянно что-то приходит к ним. Что-то новое. Ну, вот это вообще крутая штучка. С ней можно бесконечно играться, мне кажется. Дай попробуй. Ага. Блин, она как какой-то маятник. Ну да, но... Всем привет! Не, ну так сильно болтать не надо. Ну, ладно, ладно. Что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Пока-пока!